С заботой о природе. В новогодней столице России 2022 отказались от живых елей. Как сообщает издание «Подъем», на площадках города всего установили 155 пластиковых елок. Решение заменить живые деревья искусственными нижегородские власти объяснили нежеланием вредить природе. Срок службы каждой пластиковой ели – около 5 лет, после чего ее можно переработать. Стоит отметить, что мнение нижегородцев на этот счет разделилось.